здесь учился брат, и папа был юристом. Я решила пойти по стопам своей семьи. В связи с пандемией мы не отметим сегодня так широко, как отмечаем обычно. Когда знакомишься с биографией великих людей, то тех людей, которые открывали и новые законы, и новые проекты, то идеи эти рождались еще в молодости, в вашем возрасте. Поэтому я вам пожелаю беречь свои идеи и потом претворить в жизнь, чтобы быть достойными. Сегодня здесь, в стенах Академии, мы поздравили вместе с коллегами Татьяна, их более 30, какие-то и педагоги, преподавательский состав, и студенты. Пожелали им, конечно, в первую очередь здоровья, счастья, удачи, ну и, конечно же, развития. Это прекрасный студенческий праздник, праздник молодости, веселья, знаний, доброты. Поздравили, вручили ценные подарки. Девушкам, конечно же, цветы, пожелали студентам всяческих успехов в учебе. Начинается сессия, чтобы они все благополучно сдали экзамены, перешли на следующий курс, кто-то уже закончил и шел большую дорогу трудиться и работать на благо нашей страны.